Чтобы кировским врачам не пришлось в авральном режиме принимать реальных больных, в области открываются дополнительные медицинские центры. На днях в Вятских Полянах заработал новый сосудистый центр. Теперь жителям южных районов области будет проще бороться с серьезными сердечно-сосудистыми заболеваниями, в том числе с инфарктами и инсультами. На днях на базе центральной больницы города Вятские Поляны открылся современный сосудистый центр. Раньше, чтобы лечить тяжелые последствия инфарктов и инсультов, или, как их называют медики, сосудистых катастроф, жители отдаленных районов области, в том числе и Вятских Полян, вынуждены были ехать несколько часов до Кирова. А при таких заболеваниях каждая минута на счету. Вятские Поляны, они территориально удалены достаточно серьезно от областного центра, что не позволяет доставлять пациентов максимально короткие сроки до ранее открытых сосудистых центров. То есть сейчас с территории Вятско-Полянского, Малмышского и Кельмесского района есть реальный шанс доставить пациента в течение 2 часов. Сосудистый центр рассчитан на 12 коек кардиологического профиля, 12 коек неврологического профиля и отделение реанимации на 9 коек. В реанимационном отделении имеются современные аппараты искусственной вентиляции легких, дефибрилляторы и другое необходимое для поддержания жизненных функций и лечения пациентов оборудование. Задумка центра именно доукомплектоваться оборудованием, которое позволит не только реанимировать, спасти жизни больных, но и максимально полно восстановить их функции. В этой связи огромные средства вкладывает как департамент, так и мы средства учреждения в приобретение вот такого оборудования. Еще в планах у департамента здравоохранения Кировской области включить Вятско-Полянский район и город Вятские Поляны в программу льготного лекарственного обеспечения. По этой программе больные, страдающие сердечно-сосудистыми заболеваниями, получат возможность приобретать лекарственный препарат всего за 10% от их реальной стоимости. Анна Мамаева, Олеся Соломатова, Роман Кутузов, Бюро Новостей Давича.